Постоянное представительство Якутии при президенте России в эти дни проводит большую общественно-политическую акцию, посвященную крупным республиканским юбилейным датам. Одно из мероприятий прошло в Московском доме национальностей. О нем расскажут наши коллеги. Общественная организация «Московский дом национальностей» – это центр этнокультурного развития, создающий условия для общения всех народностей, проживающих в Москве. Сегодня эта площадка предоставлена Якутии, которая отмечает Дни Республики Саха, 95-летие со дня образования постоянного представительства и Якутской АССР. С этими датами собравшихся поздравил постоянный представитель Республики Саха-Якутия при президенте Российской Федерации Юрий Куприянов. В зале ветераны, члены якутского землячества в Москве. Одним словом, те, кто долгие годы проработал в Якутии, а теперь проживает в столице. Им было интересно узнать, чем живет республика сегодня, какие планы строит на перспективу. Все ветераны были отмечены почетными грамотами за большой вклад в социально-экономическое развитие республики. Прежде всего, от лица Дома национальности я бы хотел поздравить с этим праздником замечательным, тем более праздник он такой составной, это и День республики, 95 лет образования Якутской ССР и день 95-летия создания постоянного представительства. Получилось так, что Московский дом национальности в Москве, он даже территориально ближе всех к постоянному представительству Республики Саха-Якутия, поэтому такие теплые дружеские отношения, они просто не могли не сложиться, когда Дом национальности на одной стороне улицы находится, постоянное представительство, можно сказать, на другой стороне улицы. Вообще, можно сказать, что праздники, которые проводятся постоянным представительством, которые проводятся якутянам, которые проводятся Республикой в Москве, они самые-самые яркие. И в ближайшее время, в июнь месяце, мы будем праздновать ИСАХ в Коломенском. Это традиционный праздник, в котором Московский дом национальности принимает самое активное участие, представляет многонациональные коллективы, участвует в подготовке этого праздника. И это всегда действительно такое яркое, очень интересное культурное событие для всех москвичей. Добавим, что в этом году у якутян, проживающих в Москве, впереди еще много мероприятий, связанных с крупными республиканскими датами. Наталья Сазонова, Александр Яцентюк, НВК Саха, Москва.